прорыве Матвей Молочков с отклонением не попадает. Щит все-таки остается со сходней. Лев великолепно врывается и два точно. Матвей Молочков прыгает, и мяч забирает. Теперь Лев еще одна атака. Это Лев Молочков, кандидат на... Маркус, еще одна трёха! Попадает, попадает. Великолепно. Лобари, второй бросочек, попадает. Даже перехватить, но Маркус ответный перехват. На Масленников выдает, и Масленников сбивает. Я не могу, я не восхищаться Маркусом. Круто он игру читает. Вот в прошлый раз нашел для себя трехочковый бросок, в этот раз перехват. Не стал на себя перетягивать, я сейчас остается. Он меня теряет, а это... И как вы думаете, кто это? А это Лев Молочков! Неплохо, сейчас на лобере вроде бы грузили, но не дошла до передачи Масленников, хорошо разобрался и своим Н2 нам отвечает. Так, у нас продолжается игра. И тут же игру. Но вот сейчас Лобарев опять берет все в свои руки и отправляется на линию. Лобарев. Попадает свой штрафной бросок. У Григория это 4 очка. У него уже 5 подборов. За первую четверть 5 ребаундов собрал. Попадает второй бросок. Сукова грузят, но потеря, быстрая атака СФБ, Ванцович, пытается у него забить, Вербицкий входит в краску, подвешивает мяч парашютиком и... Мне кажется, немножко перетянул он атаку на себя. А это со средней, Ванцович. Второй половине первой четверти. Все время попадает. Хорошая защита. Передача на Вербицкого. Вербицкий на Ванцевича. Ванцевич в коне не попадает. Ванцевич. Так. Неплохо. Даже через пару лет Лев Молочков с братом уезжает в Чикаго. За половину. Со средней получается. Неплохо Лев Молочков обыгрывает. Скидка на Матвея. Ой, скидка на Сукова. И Суков на средний попадают. У нас 5 минут до конца второй четверти. Маркус не атакует. Мяч теряет. Это Лев Молочков. Игрока позже, чем на нем свалили. Сейчас у Григория на линии. Попадает он первый бросок. 20-23. Ну, довольно интересная встреча. Довольно интересная. Посмотрим. И второй точно Лобарев. 21-23. 2 очка. Попадает первый штрафной Молочков. Очков. Ну, видно, что немножко уже аккуратнее в защите. Масленников хорошо своего партнера находит. И Маркус со средней попадает. Плохо, опря со средней не попадает. Ну и Лев на космической скорости уносится. Молочков через... Ходил по страховке 3-4 номер, но нет. Ну нет, Лев Молочков сокращает преимущество до минимального. Маркус отвечает своим. Уклонение промахивает, со средней также не попадает Сухов. И Масленников. И есть 2 очка. Второй тоже мимо, подбор Вербицкий забирает. Неплохая была передача, но... Да, и все-таки она дошла, набирает. Посредний принимает.
средний промахивается. Не точно так, да, Лансовича. Подбор остается за Синяковым. Синяков. СФБ. Не попал. Лобарик на Молочкова, крутит мяч. Молочков входит в краску и с полом удается ему забить. Дальше на Вербицкого. Кто-то обыгрывает, скидывает на Борисова. Сейчас Борисов в проходе. Хорошо. Хорошо. Так, ну и продолжается встреча. Вроде все в порядке с Вербицким и с Лобаревым. Ну там Вербицкий держался за лицо, но... Все игроки, то есть все 10 человек на стороне сходни, и Лев Молочков. Ну, второй попадает. С очков на счету Льва. Маркус. И 2 очка на счету. Григорий. Попадает первый штрафной. Лобарев. Красиво. Масленников. Штрафные, если он бросает, то есть за 2 метра от кольца. Сегодня еще один быстрый прорыв, и Лобарев 2 очка набирает. Нужно что-то придумать сегодня, чтобы отыграть это отставание в 11 очков. Но вот, допустим, Лобарев может что-то придумать, он забивает 2. У себя руку, Вербицкий бежит ему отвечать, но не попадает. И прошло подает на дугу, и оттуда точно. 3 очка от Льва Молочкова. Не точно, Масленников разгоняет, хорошая передача на Ванцович, и Ванцович еще 2 очка. 7 минут до конца игры. Не попадает Синяков. Но Ванцович проманивается первый штрафной Лобарев. Второй точно. Так, Маркус, Ванцович. Тяжелая атака, подбор все-таки остается за очки. В активе также есть уже блокшот и 2 подбора. Лобарев, я думаю, сейчас полы хотел найти, но не получилось у него это сделать. Благо, парторном забивании есть, помогает Бигбаев. Для него это сейчас тоже первые набранные очки. Также у него 4 подбора. Ланцович абсолютно одного забыл. И щитом остается за СФБ. Лобарев. Попадает трёху. Встречу 14 очков и держится. Олег Молочков, у него мяч не выбивают, продолжает он населять краску и выпадает. Не удалось. Матвей Молочков! Попадает. Оу! Вау! Что это? Все-таки смогли они прорвать. 14 очков и завесу. Лобарев лезет по кольцо. Лобарев! Еще 2. Б3. Не точно. Но на подборе тоже не может добавить. Масленников молодец. Забирает себе подбор и добавляет. Находит сейчас. Промахивается он, говорит, штрафной.